10 января 1992 года в Задаре, Хорватия, родился Шимир Салка. В возрасте 7 лет начал свою карьеру в лучшей хорватской школе «Динамо Загреб», набирался опыта в молодежной команде и в 2009 году отправляется в аренду в «Загребский Локомотив», где сразу же стал основным игроком, отыграв все 17 встреч. И через полгода руководство «Динамо» не заставило себя долго ждать. Они возвращают молодого таланта и отправляют его с основной командой на зимний сбор, где в феврале он уже сыграет первый свой официальный матч со «Светом». В общем количестве он отыграл 10 игр за «Динамо» плюс 17 игр за «Локомотив». В том же году получает приз лучшему игроку Хорватии и ждет своего вызова в сборную. Славан Билич не заставлял себя ждать, и уже в 2011 году он дал ему шанс. Дал шанс попробовать себя сыграть в отборочном турнире. В августе Марсель пытается перекупить молодого правого защитника за 4 миллиона долларов. Но нынешний президент «Динамо Загреб» Здравко Мамич понимал, что в его команде растет талант. Талант, который уже тогда сравнивали с Лука Модричем. Что отличает Салка как игрока? Во-первых, универсальность. Он может как сыграть на правой, так и на левой бровке. Как защиты, так и полузащиты. Всегда может поддержать атаку с великолепным видением поля. Его конек — голевые передачи. Он играет за «Динамо Загреб». Что из себя представляет этот клуб? Этот клуб самый титулованный в Хорватии. Чемпионатов Хорватии только 15 штук. Есть еще чемпионы Югославии, кубков, суперкубков и даже обладатели Кубка Ярмаков нынешней Лиги Чемпионов 66 года. Это клуб с богатейшими традициями. В нем выросли такие звезды, как Ивица Олич, Дарио Шимич, Лука Модрич, кузница талантов Хорватии. Хорватия всегда была конвейером талантов для нынешнего футбола. И сейчас уже за молодым Шимир Салка охотятся такие футбольные акулы, как Манчестер Сити, Реал Мадрид и Марсель, который в свое время не смог его получить. Посмотрим, получится ли у него. А мы уже сможем понаблюдать за ним на Евро 2012 года в Польше и Украине, если, конечно, главный тренер сборной Хорватии Славен Билич включит его в заявку